Ярослав Федоров готовит бисеклету. Удар в ближнюю девятку! Красавец Остап Федоров, тоже гол заглядение. Вот такой у нас первый матч второго этапа чемпионата России. Маск. Вот. Ой-ой-ой! Вот это гол! Ничего себе голешник! Мне кажется, что Медведев так не забивал вообще. Вообще в жизни не забивал никогда. Нет, ну вообще вот так он, мне кажется, не забивал. Потому что Леша может забить, может забить. Перехватит, сбивает Алексей Макаров. Почистить вроде бы Земсков, но это уровень спорта. Это очень здорово, это очень технический тяжелый сон. Хватил мяч и вторым пассажем отправил его. После спортива он портил, мне кажется, записал эту прыгу. Минимальная, но важная. Юрий Горчинский! Вот это да! 4-2! Горчинский! Юрий Горчинский сотворил просто даже не шедевр, а... своей штрафной. Я не исключаю, что этот гол вообще будет признан лучшим в этом сезоне. Да, он специально болел. Но это уже будет потом. Штанга после удара Егора. Лукау! Повторяется. Это просто фантастический первый день, друзья. Юрий Горчинский и Лукао. Голы как под копирку просто. С левой ноги за шиворот вратарю.